Всем привет! Гороскоп на 9 сентября 2021 года для всех знаков зодиака. Идет первая фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Весов. Продолжается третий лунный день, а с 8 часов 34 минут и до 10 часов 3 минут следующего дня четвертый лунный день. Четвертый лунный день – первый из тяжелых в лунном месяце. Символом дня является древо познания добра и зла, которое наносит отпечаток двойственности на весь день. В течение дня могут возникать ситуации, в которых вам предстоит сделать выбор между хорошим и плохим. Поэтому прежде чем принять какое-то решение, рекомендуется все хорошенько взвесить и поразмыслить. Тем более, что искушения сегодня будет предостаточно. Четвертый лунный день требует повышенного внимания и осознанности. Сегодня он насыщен информацией. У вас появляется уникальная возможность увидеть все таким, какое оно есть на самом деле. Это относится ко всем сферам жизни, повседневной деятельности, работе, отношениям, а также к видению самого себя. Могут открыться как приятные моменты, так и неприятные стороны вашей жизни. И в этом также заключается проявление двойственности дня. Это позволяет задуматься над своими действиями. Благодаря полученным знаниям, вы сможете понять, по какому пути двигаться дальше. Сегодня все слова наделены особой силой и поэтому требуют осознанного к себе отношения. Сказанное назад не воротишь, и даже случайно оброненное злое слово может натворить бед. Напротив же, слова, сказанные с добрым помыслом, пойдут только на благо. В этот день хорошо заняться самоанализом, попробовать вспомнить свою жизнь, начиная с детских лет, вспомнить тех, кто так или иначе появлялся в вашей жизни, обратиться к своим корням. Все это может помочь лучше понять себя как личность и еще раз подумать над правильностью выбранного вами пути. Четвертые лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Теперь вы сможете отдохнуть. Лучше это сделать на природе, но не вмешивайтесь в ее гармонию, не рвите и не топчите цветы, не пилите деревья. День, хоть и тяжелый, но сам по себе достаточно спокоен. Проходит под знаком Тельца, который относится к земной стихии. Каким станет этот день, положительным или негативным, целиком зависит от вас. Будьте добры к окружающим, несите позитивную энергию. Здоровье и питание. Умеренные физические нагрузки будут полезны. Четвертый лунный день считается пассивным, поэтому позвольте себе немного расслабиться, отдохнуть. Сходите в баню, сауну или приготовьте домашнюю ванну с морской солью. Не переедайте. Алкоголь и курение противопоказаны. Болезни, обострившиеся в этот день, могут оказаться наследственными, так как весь день проникнуть родственными связями. Если сразу не предпринять меры и не остановить или не ослабить болезнь, то могут возникнуть осложнения. Стрижка в этот день нежелательна, а наиболее уязвимыми частями тела становятся шея и горло. Возможно проявление шейного радикулита. Если в этот день у вас заболели шейные позвонки или мышцы, то это служит знаком, что вы делаете что-то не так, не соблюдаете правил четвертого лунного дня, совершаете ошибку. Серьезно обдумайте все события дня и исправьте, если это возможно, допущенные оплошности. Любовь и общение. Подарите своей второй половинке романтический ужин. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. День лучше провести в семье. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы любите их, как о них заботитесь. Сегодняшний день лучший для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым вы давно были в ссоре. Отличный день для продолжения рода. Зачатый в четвертые лунные сутки ребенок будет нежно привязан к семье, к материнскому теплу и домашнему уюту. Он будет отличным семьянином и благодарным ребенком, но следует ограждать его от лени. Работа и творчество. Все свои усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы и заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Все вложенные в дело деньги, а также ваши усилия, окупятся очень быстро. Не следует начинать новые дела, подписывать договоры и увольняться с работы. Не самый лучший день для общения с начальством. Сегодня и партнеры, и работодатели обременены собственными проблемами
и равнодушны к проблемам остальных. Поэтому проведение переговоров и совместное решение проблем лучше отложить на другой день. Сад, огород. Четвертый лунный день очень благоприятен для работ в саду. Сегодня хорошо сеять, сажать, пересаживать культуры, вносить внекорневые прикормки, прививать, заготавливать черенки. Сажать лучше то, что дает урожай над землей, так как в этот период соки растений поднимаются вверх и идут в стебель, листья и плоды. В связи с этим благоприятен обильный полив. Питательная ценность плодов набирает силу, поэтому сейчас благоприятный момент для сбора урожая, но только того, что растет над землей. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы. Ваш Полар Волф.